10 реальных смертей, вызванные видеоиграми. Тяга некоторых к видеоиграм настолько маниакальна, что иногда это заканчивается весьма плачевно. За последние 10 лет качество и количество выпускаемых игр росло в геометрической прогрессии. Игровые миры росли вшире и вглубь, накапливали полигоны и запасали шейдерами. И чем проще становилось геймерам погружаться в мир виртуальный, тем сложнее давался контроль над эмоциями, вызванными игрой, в мире реальном. И порой раздраженные игроки уже не ограничивали себя запущенным в любимую кошечку геймпадом. Вашему вниманию мы представим 10 самых страшных и шокирующих человеческих смертей, вину за которые можно возложить на компьютерные игры. Его башка отпала. Будем ругаться, мам, отдать все не сначала. Надо выключить. Нет! Да. Нет! Нет! Дурацкие вы правила! Дура! Отпады на дура! Чтоб ты сдохла! StarCraft убила корейца. StarCraft – популярнейшая во всем мире стратегия с многомиллионной армией фанатов. Настолько популярная, что киберспортсмены-профессионалы зарабатывают на игре до 100 тысяч долларов в год. А еще StarCraft – игра, вызывающая сильнейшее привыкание. Подтверждением тому служит смерть геймера под ником Ли. Бедняга умер в компьютерном клубе, отыграв в StarCraft 50 часов подряд. Смерть от сердечной недостаточности, вызванной эмоциональным перевозбуждением. Таково заключение судмедэкспертов. Игровой автомат убил студента. Петр Бурковский был студентом-отличником. Однажды субботним вечером парень остановился возле аркадных автоматов и решил немного развлечься. Он установил несколько рекордов, играя в Берсерк, и решил отвлечься на что-нибудь новенькое. Стоило Петеру опустить в автомат 25-центовик, он умер. Позже, при вскрытии, медики обнаружили бомбу с часовым механизмом. Это рубцовые ткани на сердечной мышце молодого геймера. Запалом же послужили игры, резко увеличившие кровяное давление и сердечный ритм бедолаги. Возмездие. Китайский геймер 41 года от роду Цю Чангвей по доброте душевной одолжил свой меч Dragon Saber, используемый в популярной онлайн-игре Legend of Mir, своему товарищу Чжу Каоян. К несчастью мистера Кью, финансы мистера Чжу на тот момент пели романсы, и находчивый геймер продал уникальный меч за 870 вполне реальных долларов США. После чего мистер Чжу Чангвей обратился в полицию, заявив о краже меча. Однако там ответили, что не могут рассматривать дело в отношении виртуальной собственности, поскольку законодательство этот вопрос не регулирует. На беду мистера Чжу платежеспособность мистера Цю также не подавала особых надежд. Потеряв остатки веры в правоохранительные органы, мистер Цю вершил правосудие лично при помощи кухонного ножа. Досадно, но ближайшие 15 лет мистер Цю не сможет насладиться любимой игрой. В тюрьме особо не разыграешься. Самоубийца Эверквестед. Споры вокруг этой истории не стихают до сих пор, однако в любом случае имеет место печальный факт. 21-летний Шоун Вулей застрелился, сидя перед компьютером. При жизни грузный, не в меру застенчивый, со странным чувством юмора, Шоун целыми днями просиживал за игрой. 11 ноября 2001 года игроман уволился с работы и закрылся в своей квартире. Полицейские считают, что Шоун играл непрерывно до 20 ноября. В этот день в США отмечают День Благодарения. Когда мать, обеспокоенная отсутствием сына за праздничным столом, с помощью соседей взломала дверь, Шоун сидел в кресле у компьютера. Его голова была неестественно запрокинута вбок, туда, где мерцал экран монитора. Он был уже мертв. Счеты жизни игроман свел с помощью винтовки 22-го калибра. В его комнате был страшный бардак, среди которого было найдено множество записей,
ни заметок касательно игры и ничего похожего на предсмертную записку или хотя бы дневник. World of Warcraft – гильдия самоубийц. Кусие было всего 13 лет, когда он сбросился с крыши 24-этажной постройки. Перед тем, как совершить этот ужасный поступок, он оставил 4 предсмертные записки, составленные от лица своего персонажа из World of Warcraft. В этих посланиях Куси лишь заявил, что хочет встретиться со своими друзьями, которые играли в эту же игру на небесах. О своих несчастных родителях юноша не сказал ни слова. Отец погибшего утверждает, что до того, как его сын подсел на онлайновые развлечения, он был отличным учеником, но после не мог написать ни одной контрольной. Игроман-убийца. В 2007 году 13-летний паренек Дайн Зедан убил и ограбил 81-летнюю женщину. А все дело в том, что родители не давали мальчонке денег на онлайн-игры. Вьетнамские полицейские сообщают, что Дан задушил женщину обрезком веревки, а затем закопал ее тело в песке прямо перед своим домом. Сейчас парень перевоспитывается в колонии для несовершеннолетних. Отец убил дочь за сломанный Xbox. 27-летний Тарон Спилман целые сутки проводил перед своей любимой Xbox. И не на шутку разозлился, когда его 17-месячная дочь разбила консоль, уронив ее с полки. Разъяренный отец бил ее с такой силой, что проломил череп сразу в нескольких местах. Кроме того, в результате аутопсии был обнаружен перелом руки 2-недельной давности, и куда смотрели социальные службы. Убить за Hello. 17-летний Даниэль Петрик сумел открыть сейф, в котором родители прятали от него любимую Hello 3. Однако, кроме коробки с диском, подросток нашел 9-миллиметровый пистолет. Прихватив все содержимое сейфа, геймер двинулся в родительскую спальню и невинно попросил маму с папой закрыть глаза. После чего со словами «сюрприз» выстрелил им в головы. Отец Даниэля получил критические ранения, но выжил, а вот мать выкарабкаться не смогла. Ребенок убит контроллером. 2-летнюю дочь, 19-летний Нейда Байес, избил до смерти геймпадом от игровой приставки друг матери, 26-летний Харви Джонсон. Девочка скончалась в больнице в понедельник, 7 апреля 2008 года. Как установили врачи, ребенок был избит еще в воскресенье. Однако мать обратилась к медикам лишь после того, как ее дочь перестала подавать признаки жизни. В настоящее время и Джонсон, и Байес находятся в тюрьме. Женщины предъявлены обвинением в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и в том, что она создала угрозу безопасности своего ребенка. GTA научила убивать полицейских. Невероятно жестокая Grand Theft Auto вдохновила на убийство 3 полицейских в участке штата Алабама 18-летнего подростка Дэвина Мура. Обстоятельства убийства были крайне тяжелыми. В июне 2003 года Дэвин Мур был арестован и отведен в полицейский участок за то, что его нашли за рулем автомобиля, который в тот момент числился в угоне. В участке подросток застрелил 2 офицеров – 55-летнего Арнольда Стрикланда и 40-летнего Джеймса Крампа, а также радиспетчера Лесли Миллера в возрасте 38 лет. В момент составления протокола о краже преступник выхватил у Стрикланда пистолет, застрелил 3 человек подряд, а затем попытался скрыться на полицейской машине. Мур был просто одержим играми GTA 3 и GTA Vice City. На вопрос поймавших его полицейских «Зачем?» Мур ответил: «Жизнь, как видеоигра, иногда приходится умирать». «Будьте аккуратны, нажимая клавиши на компьютере, они могут отомстить вам не по-детски». Напишите в комментариях, какие игры вы играете и по сколько времени. Мне будет очень интересно. А пока, всем пока!